Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам. Опять я пришел на любимую площадку мою на Васильевском. Называется она «Эрарта». Здесь выставляется молодая художница Ксения Сашина. Она родилась и выросла в Петербурге. Художественное образование получила на кафедре текстиля в Академии Штиглица. Занималась интерьерными дизайн-проектами. Как написано в анонсе, ее работы хранятся в частных собраниях России, за границей. Но вот эта дебютная выставка в «Эрарт» – серия «Игра цветов». Очень симпатичная выставка, но мне очень просто понравилось, что-то такое новое. Ну и вот, как здесь говорят в анонсе об этой выставке, почитая немножко, картины объединяет использование авторской техники, предполагающей сочетание двухмерного живописного изображения и трехмерных объектов, в роли которых выступают позиции, составленные из декоративных цветов. Действительно, картины, часть нарисована, часть вот оформлена декоративными цветами. Композиции, которые автор использует в своей работе, созданы из натурального шелка и привезены из Китая и Европы. Ну, понятно, что они из шелка, привезены из Китая и Европы, потому что она, Ксения, окончила кафедру художественного текстиля в Академии Штиглица, конечно. И, конечно, этот материал не случайен, потому что она разбирается в текстиле. Она же закончила очень серьезное учебное заведение Штиглица. Цветы превращаются в маски, глянцевые изображения эпохи Инстаграма, имеющие столь малого общего с реальностью. Скрываются лица за охапками прекрасных цветов. Герои, кажется, прячутся от враждебности. Так написано в анонсе. Ну, посмотрите, хорошие работы, красивые, добрые, как мне показалось, работы художницы из Петербурга Ксении Сашиной. Думаю, что не последняя, конечно, ее выставка. Она, конечно, в поисках новых путей развития, поиски находится. Но то, что я увидел на выставке в «Эрарте», это очень хорошая, добрая работа этой художницы. И, конечно, я не какой-то художественный критик. Я просто человек, который показывает и высказывает свое мнение. А мне не такое. Картины, работы этой художницы мне понравились. Вот все, что я вам хотел сказать. Все, всем пока. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.